Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Думыч, King on Fire, Дэн и Тучка, фуфло какое-то, ОлТВ, Лисик, пацаны и девчонки, поздравайтесь. Салам алейкум, братики. Всем здорова. Всем привет. Всем нравится рубрика, когда мы выживаем на гигантских постройках от разных некстботов. И сегодня у нас новый некстбот, танцующий Безубик. Я уже подготовил классную большую постройку, которую он будет разрушать. И спите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Пацаны, залетайте, девчонки. Вы готовы? Да. Так, ну сначала одного поставлю. Как вы думаете, он будет как Абунг разрушать или нет? Нет. Ну, наверное, да. Абунг. Ну, давайте проверим. Давай, кстати, только что-то... Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в Инстаграм мой и Дискорд. В Инстаграме можно увидеть, как я живу. Так, первое пошло дело. Мне интересно, эти фишки зафрижены или все вместе Гамузом упадет? Ой. Эй, пацаны, после записи можете дрова копать, если можете дрова собирать. Эй, псих, грызун, бобер. Закон Дискорда в описании. Ты чё там ломаешь, King of Fighters, совсем? Безумный. Пердолю, кто там делает? Курва. Вот он. Он высоко может прыгать. Ребята, настроение, как всегда, отлично. Веселимся, угораем. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и немножко улыбаетесь, правильно? Ой. Что там за Марио прыгает, эй? А еще никто не умер? Никто. Молодцы, я знал. А если ты умрешь первый? А это не считается. ЛТБ, знаешь что? Он сейчас уже допрыгнет до того уровня, где стоят внизу люди. А я могу тебе вот так сделать. Прощайте. Нет, не прощайте. Не прощайте. Живые все? На позитивчике. Дэн вообще на расслабоне. О, надо поставить реалистичный урон от падения, пока он до нас не долетел. Да ну блин, я испугался. Так. Минус и Тучка. Не надо. И Тучка, ну ты был хорошим человек сам. Ой, еще ближе. Ну что, один, как думаешь? Мы четвером. Нормально все. Ребята, обязательно досмотрите ролик до конца. В конце их поставлю очень много этих бешеных безубиков. Безубиков. Это какая-то немецкая фамилия. Немецкая. Прокоша Тоша. А не испанская? А где оно? А вон он бегает, этот черный. Там за фуфликом агрится. Эй, фуфлик, лети сюда. Веди сюда. Так, давайте еще одного поставлю, чтобы быстрее был процесс. Ух ты, блин, он прям возле моих ног. Танцуем. Страшно. Страшно. Очень страшно. На тебе, на тебе. А! Ну и калашматки! Он меня завгипнотизировал. Ай, блин. Так, кто у нас тут еще живой? Я. Вот это было тебе. Давай столкнем оттуда. Смотрите, как прикольно разрушается. Лисик живая еще. И Тучка, ты еще раз умер. Да нормально. Мне не привыкать. Ну ты бессмертный. Так надо вот так стоять, чтобы они агрились на них. А то они на меня прыгают, эти психопаты. Офигел, дракоша, а? Дракоша Тоша, слышь, ты. Ну это что, свитч. Вам осталось жить буквально одну минуту, понимаете? Это свеча безумно. Засекаем время. Да. Мне нет, мне нормально. Сейчас увидите. Это свеча попросили новый дракон. Да. Да. Это было мощно. И Майк там уже. Тук 4. Лисик! Прощай, Лисик. Ну блин, она жива. Как говорится, довольно-таки не... А, ты живая еще? Ну она да. Она живая до сих пор. Она исценировала смерть, поняли? Да. Ну, давайте это посмотрим. Ух ты! Повезло, повезло. Мне кажется, Абунга агрессивнее был, да, пацаны? Конечно. Это какой-то такой более... Псих! Ну блин, на! Дима, ну ты что делаешь? Я со стеклом упал. Это ну, совсем... ну, ну, а, есть, да. Есть, осталось чуть-чуть, пацаны. На позитивчике. Ко мне, все ко мне, давайте, мои дракоши. Прощайте. Дэн остался и Лисик. Интересно, кто же из них победил? Все. Блин, все. А кто выиграл? Лисик, получается. Лисик, ты победила, молодец. Респект тебе. Смотрите, на какой постройке мы сейчас будем крутой выживать. Это лаборатория Дима. Это моя лаборатория, где я снимаю ролики. Так, я лучше буду на крыше с Тучкой. Мне кажется, это более безопаснее. Ну что, вы готовы? Ну давай, да. Поехали. Итак, последнее, что я скажу. 5 штук.
Вы что, Майкла Джексона пересмотрели или что? Да, переслушали. Ого, пошло дело. 52. Как ты сел? Альт-Е. Альт-Е вниз. Ну блин, на. Ух ты! Лисик! Дима, она тут... Ого, я с тобой никогда в жизни больше прятаться не буду. Да правильно, надо с нами выживать. У нас тут Йода, кстати. Мы с Летучкой самое лучшее выживаем, кстати. Не, здесь я не лучше выживаю. Не? Летучка. Вот вчера. Дэн, скажите пару слов о своей собачьей жизни. Гав-гав-гав. Не, ну похоже же, да? Волк погавкал, классно. Не, ну волки гавкают, вроде бы лают. Я не знаю. Они воют на луну. Нет, они волки. Мы так классно выживаем, мне нравится, так уютно как-то, безопасно. Дима, садись. Будем, короче, сейчас медитировать, садись. О, давай. А давайте сделаем третьего лица, во. Это, короче, такой этот круг удачи у нас будет. Как вы думаете, это нам удача поможет для того, чтобы выжить? Эй, ты слышишь, ты? Ушел отсюда, паршивец. Ой. Это наш аутаж был. Блин, мы веселимся. Ладно, давайте. Иди отсюда. Эй, уйди, щенок. Просто забили. А что-то они там прыгают и никого не убивают. Так, я еще оставлю. Давай. О, вот ничего. Вы видели, их сколько поставил? Ой, пацаны, прощайте, наша Будда, не дожили мы, блин. Последний. Но мы все вместе упали, наш круг удачи. Лисик, смотри, какая у тебя прикольная хата есть. Ревенхольм. Ой, страшное место есть сейчас. Понимаем, тут... А, ладно. Вот, у тебя два туалета. Это, короче, можно сидеть на туалете, а в другом умываться. Да, тут чердак есть, иди на чердак. Даже чердак есть? Вообще класс. Ну это богато. Жердяевская хата у тебя, мне нравится. Давайте жить на чердаке. Дима, давайте жить чердак. Дружно, я поставил монстриков. Ой. Вот это, Лисик, твой дом хрупкий оказался. Я буду здесь выживать. Нет, я живой, я был живой. Ну ё-моё. Блин, застрял. Ну это какой-то сатана. Они просто его разрушили за пару секунд. Ух ты. Смотрите, что у меня есть. А ну. И Тучкина и усадьба. Ура, наконец-то они руины хотя бы. Настоящая крепость. У нас было похоже, но это, мне кажется, будет помощнее, да? Да. Ой, блин, она круто сделана, мне нравится. О. Тихо. Вот здесь мы повыживаем подольше, да, пацаны? Так. Конечно. О, опять я буду здесь на заборчике стоять. Все, давайте опять ритуал устраиваем. Поехали. Поставлю двух штучек, посмотрим, что будет с этого. Двух штучек. И да ну меня. Ну это же нечестно! Это было ух ты, все разлет. Они их прогрызли насквозь! Разбор идет успешно. Чеки, где мы сейчас с Дэном? Так. Вот это! Дурак, что ли, с детства? Ой! ППС проседает из-за того, что разломали всю хату! Я вообще летаю. Ой-ой-ой, сальтухи вы красиво сделали. Вы что, все сразу умерли? Ой-ой-ой, смотрите, сколько придется разрушать это здание. Как опять сесть? Придется их много поставить, пацаны. Два наш круг опять. Альт-Е, я нажал. Вниз прям. Ну все, наблюдаем, как будет сейчас просто это здание разрушаться на куски. Ой, он уже тут. Чуть не умер. Я не могу. Ой, он быстро разрушил. Нет, я не хочу умирать, Удалим их чуть-чуть, что-то я переборщил. Я молюсь, чтоб просто меня сейчас не убили. Дэн слился уже. Молимся. Ай, кто мне скинул? Я сам скинулся. А, ну и тут можно повыживать. Хорош. Я здесь буду. Гафайр, ну давай живи. ОТВ у нас тут. Ты ноги мыл? Мыл чистые ноги, вижу. Эй, о! Опять слайд-шоу. Дэн, не, у меня нормально все идет, четко вроде бы. Да, у меня тоже. На слайд-шоу. И все, компьютер надо охладить тебе, нагрелся. Немножко, сейчас проверим. Ой! Прощай! Ёкалы мене какало! Так, давайте смотреть, кто остался живых у нас. Сейчас я умру. А, еще много, Дэн, ОЛТВ и Тучка. Я. Думыч, а этот Челепиздрик сидит, никнейм не вижу. Я. Ингафлайер. Ингафлайер. Ну чё, пацаны, я буду над вами вот так летать, чтобы они прям на вас загрелись. Да, ну повезло. Нормально. Я считаю, что я понял, да. Литочка, падай.
Ну что? Молчать. Пацаны, последние ваши слова. Ай, блин, класс! Это карма, карма. Это было идеально по таймингу. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас смотрим, как кетучка сливается. Засекаем. 3, 2, 1, 0. Умри. Минус 1, минус 2. Кетучка, у тебя какой-то оберег, что ли, есть? Я ничего не понимаю. Ого, салют без зубиков. Ничего себе. Дэн стоит, танцует. Давай, давай, наваливай. Ну все, прощайте. Кто выиграл? King of Flyer, ты молодец. Лаки просто. Давайте, чтобы его тоже убило. Эй, а все. Это дом ОЛТВ. Сейчас посмотрим, за сколько секунд его разрушат. ОЛТВ, тебе жалко твой дом? Нет, у меня два дома. Два дома. Сейчас следующая постройка будет второй твой дом. Альтье. Альтье вниз. Ой. Смотри. Вниз смотри. Ой. Дима в круг. Обережный круг срочно. Давай. Все, я сижу. Ты держи альт, и вот так как я слежу. Что? Там Дима улетит. Нормально, я до сих пор сижу. У меня ноги торчат с-под полов. Ай, блин, это весело. Давайте его столкнем. Ну-ка. Прощай. Прибили. Вот это ты получил подачу. Пуфел шмерц. Да, Фуфел Шмерц. О, так это с мультика? Кстати, я забыл его реальное имя. Я забыл его реальное имя. Как там его? Так, поехали дальше. Все залетели? Да. Я в текстурах застрял. Ну все. Ой, он разбирается как-то легко у тебя. Мяу-мяу-мяу. Я там немножко их добавил еще, чтобы веселее было. Немножко, да, Дим? Да чуть-чуть. Капельку вообще. Ой, я живу! Что? Я живу! Ладно, залетаем наверх. Ой, разбирается здание прямо на глазах. Ну блин, садись на балкончике. Ух ты! Это было больно! Ой, блин, бочка чуть по башке не получил. Ну это мой дом. Так, Дэн и Тучка. Лисик. King on Fire. Да, это... Ой-ой-ой, Лисик, прощай! Так, три человека осталось у нас, посмотрим, кто из них выиграет. Мне кажется, все втроем улетите. Я буду отжигать. Но не факт. Ну не факт. Фак, да. Ух ты, как тебе повезло, и тучка. Это было рядом. Ух ты. А что, можно в воздухе танцевать? Я не знал. Да, можно. Сейчас нам капец с Кинга. Так, делаем ставки. Я думаю, что выиграет Дэн. Ладно, забирай свои слова назад. Я думаю, что выиграет King on Fire. Тучка. Не я, по-любому не я. Короче, кто последний из них умрет, это победитель. Ладно. Ну и все, King on Fire выиграл, как я и сказал. Так, теперь мы ставим дом King on Fire. Смотрите, какая у него хата есть классная. А ну. Я сейчас поставлю одного монстрика, чтобы не так быстро разрушилось оно. О, у тебя прикольная здесь халупа. Это хата. Ого, у тебя телевизор здесь. Это хата в расте. Все, пацаны, садитесь на диван все, будем сейчас смотреть телек все. Так, гитара у него здесь. Прикольно, кстати, сделано. Так, давайте, залазьте. Ну блин, места занятые. Дай посмотрим. Так, я пролечу сюда. Сейчас поставлю два монстрика, будем выживать. Хорошо, что я не стал. Погнали. Там Дэн вообще прилег. Ой-ой-ой-ой. Пи, моя радость, усни. Это Гастя. А что, можно лежать разве? Не знал, что лежать можно. Можно. Ух ты. Пацаны, где телевизор? Телевизор улетел! Ох ты, калашматки! Вот это он все сожрал, все здание разрушил! Ой-ой-ой, все разлетается! Че, всех убил? ОТБ выжил последний, получается. Капец! Я последний был, да. Один монстр что сделал с этим зданием? Это просто трэш какой-то. Ну что, попросили, чтобы я поставил дом Дэна. Итак, прикольно у тебя Дэн хата. Ты говоришь, что у тебя хата плохая. Я знаю, с какой это игры дом. Даже печечка у тебя прикольная. А, вот, я лег, реально. Это из игры Firewatch. Все нормально, ребят? Классно. А что так странно лег? Да, это из Firewatch игра. Я могу тебя в это время бить? У тебя урон не проходит. Ты бьешь, тихо, не бей меня. Я понял. Вроде как искры у тебя с туловища идут. Ну что, все готовы? Да. Полетели. На колени Дэна. Все, на колени. Сижу. Хорошо, давай. Спи, моя радость, усни. Расскажи ему сказки. Пока дом разрушается, рассказывай сказки. Короче, там стол улетел, пацаны. Что? Жил был один черный дракон, который разносил кучу зданий. Беззубики его звали. Да. Нормально ты храпишь. Ну, ничего, что твоя сказка сбывается наяву.
Ай, все разрушается и так. Ой-ой-ой, лисики сейчас живая. А что происходит? Дима, я обманул, лучше не смотри по сторонам. Тут просто все ломается. О, Дима, я рада, Лизубик нам скоро прийти. Ой. Ну, пока мне все хорошо. Ай, блин! Ладно, вы еще живые? А, вы на крыше все выживали. А мы в хате были, видите? Ставлю еще немножечко. Я спать у меня не в себе. Я сразу как готовьтесь. Там чисто эти шпалы падают. Пацаны! Сказка сбылась твоя, все погибли. Ой! Смотрите, King of Fire на крыше сидит. Псих-одиночка летит вниз. Ну это реально повезло тебе. Это было эпично. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Да будет мега взрыв. Ой, слава.